Всем привет, с вами Прия. Сегодня стартовал третий сезон, сегодня 10 июля. Пора вскрыть сундучки, насладиться их лутом, проками, пролутать пыль титанов и ужаснуться тем ценам, которые выставлены за новые азеритки. Да. Что это? Это сапоги бесполезные. Усадьба 11, то есть получается ключики срезались на 4. В прошлую неделю я прошел 15-й Талдазар. Ну, чисто по фасту, почему бы и нет. А в текущий момент ключики срезались на 4. Я думал на 3. Ну ладно. В принципе, вполне неплохо. Новый сезонный модификатор стартанул уже, так как сезон третий, манящий. Очень интересный модификатор, добавляющий трех интересных мобцов. В тот момент, когда пройду какую-нибудь десяточку, неважно, успешно или нет, сделаю обзорный видосик и что-нибудь порассуждаем насчет него. Что это? Плащик? Ну, плащик ни к чему абсолютно. Так, что там насчет модификаторов? Укрепленный, усиливающий, мучительный. Усиливающий, то есть одновременно мобов убивать, мучительный хил прохиливать, все это дело должен. Укрепленный, мобы, усиленные ПХП атаки. Ну и манящий, конечно же. А Талдазар ключик хороший, идеальный, просто для ДК упал. Но вся проблема в том, что ДКшкой я вообще не занимаюсь в текущий момент. Это, конечно, с одной стороны грустно, а с другой стороны, ну, больше варом зафокусился на текущий момент. Все-таки им как-то поинтереснее, и это основа основ моя, с которой я начинал свой путь. Что на Монка упадет? Штанцы? Ну, конечно, тоже бесполезные. Ну, ладно. Если так рассудить, то в следующей КД лут будет полезный, по крайней мере, он будет 440-го итем левела, так как пройду десяточки на всех в этой неделе. И на следующей неделе, 17 числа, пролутаю 440-ю добычу. Что теперь эту неделю делать? Фармить миф плюсы, пятые и шестые ключики, делать локалочки, продолжать качать нек, лутать различные эссенции, сходить в мехагон. Не знаю, там есть хардмод режим, нету его. И что еще? Фармить миф плюсы, сказал. В общем, фармить миф плюсы в тройном или двойном размере. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, не забывайте про ссылочки в описании. До скорого.